Вы смотрите Backstage News. Звезда сериала «Игры престолов» Софи Тернер рассказала в интервью изданию Entertainment Weekly о том, какие перемены ждут ее героиню Сансу Старк в 7-м сезоне телевизионного шоу. Как рассказала Софи, Санса впервые оказывается во главе чего-то, и этот процесс ей очень нравится. В каком-то смысле ей предстоит пройти полный соблазнов путь власти. Естественно, вместе с этим она становится и более уязвимой, так как с ростом ее влияния возрастает и количество угроз. Что в целом вдохновляет меня в новом сезоне, так это то, что все ключевые герои собираются вместе, и обстановка накаляется. Это очень интересно, и возникает ощущение, что мы уже близко к финальной развязке. Напомню, что 7-й сезон сериала «Игра престолов» будет представлен зрителям в 2017 году. На данный момент съемки сериала еще продолжаются. Хотелось бы отметить, что недавняя информация о том, что новый сезон стартует 30 марта 2017 года, является ложной. Дело в том, что постер, который появился в Instagram, запутал фанатов. Поклонники так ждут сериала, что все принимают за чистую монету. HBO информацию о дате выхода сериала опровергли. Что касается 6-го сезона, то он будет претендовать на самые престижные профессиональные премии, в том числе People's Choice Awards, Critics' Choice Awards и прочие. Отмечу также, что по итогам года «Игра престолов» стабильно занимает лидирующие позиции в рейтинге самых скачиваемых пиратами телевизионных сериалов. Всем спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал Backstage News и группу ВКонтакте, оценивайте видео и обязательно оставляйте свои комментарии. До встречи в новом выпуске!